Опа, опа. Класс. Саша, а что здесь пить-то? Ты не пьешь? Не, тут пить-то нечего, Саша. Саша, тут пить-то нечего. Класс. Пойдем, спасибо. Пойдем, я тебя научу. Ну, вы молодцы, конечно. Видишь, как мы разыграли? Пошли, третьим будет. Рубля нету. Оператор, давай я тебя хоть немножко эти сниму, а? Ты не хочешь бутылку на всех. Во-первых, большое спасибо. За то, что вы очень аккуратно и бережно относились к имуществу лагеря. Ой, я прям вспоминаю молодость. А давайте представляется главному судье по футболу. Нет, это сложно приветствие. Он решил. На слетах будет больше женских девчачьих конкурсов. Все остальное, это все предлагается.
прилагается. Мужчина прилагается. Ну, потому что так изумительного, такого больше не может быть. Футбол судит разговаривать. Все те команды, которые присутствовали здесь, тоже бы принимали участие. Отлично. Ура! Разрешите перейти к самой торжественной части нашего лета, награждения грамотами и очень ценными призами. Грамота награждается команда «Скальп» за первое место в соревновании «Женский футбол». Ура! Женщина пойдет! Отцы и дети за первое место в эстафете «Зимние забавы». Первое место в соревнованиях перетягивания каната. Награждается команда «Улет» за первое место в конкурсе «Приветствие». Награждается команда «Улет» за первое место в конкурсе «Сюрприз». Награждается команда «Скальп» за первое место. Можете идти. Таня, дайте тут. За первое место в русской тройке. Ура! Команда «Скальп» за первое место в соревнованиях по биатлону. Ура! Сейчас разрешите перейти к личным грамотам. Штаб решил, что были личности, которые запомнились каждому из нас. И в связи с этим городской комитет по физкультуре и спорту, а также отдел по делам молодежи и городская администрация награждает Алексея Азарова за первое место в конкурсе. В связи с этим награждается... Кто? Артур. Габриэлян за первое место в конкурсе. Артур, ну ты позу, позу, Артур! И кто-то нес специальный приз. Артур, мы тебе сейчас передадим специальный приз от завода «Вентал». Большая красная яркая футболка, в которую можно воткнуть два горба. Не отметить Людмилу Зубову. И вручается ей грамота за первое место в конкурсе «Ворошиловский стрелок». Одной грамотой. В связи с этим награждается команда «Чертова дюжина» за первое место в конкурсе «Покорение зимнего слета». Вау! Команда очень активно каталась по счету в конкурсе «Снежные забавы». Ура! Если вы позволите, грамот-то не жалко. Награждается команда «Чертова дюжина» за первое место в старшей подгруппе. Ура! А во что играли? В литербол? Ну и что? И сейчас мы переходим как бы к главному моменту, очень важному, очень сегодня мы посчитали все итоги утром. Еще на калькуляторе проверили. Очень удивились тем результатам, которые появились. В таблице все есть, кому надо, подойдете, заберете на память себе. Итак, что же у нас получилось? Как ни странно, третье почетное место заняла на городском молодежном туристическом спортивном зимнем слете зимние игрища команда «Чертова дюжина». Дюжина вручается суперприз. Комплект носков. Твою мать! А кроме того, команде «Чертова дюжина», так как это все равно никому не надо, вручается электрический колорифер стоимостью 2734 рубля. Такими же памятными носками в количестве 50 штук в размер 27-29 награждается команда «Отцы и дети» за второе место. Сергей,
Наследство! Итак, вот она таблица, все по-честному. С одинаковым успехом, как бы. Ну что вы делите на институт? Да ну! Делим колорит! Ну что вы думаете, мы вас обманули? Ну что вы делите? Хотели подарить скальпу, но им не надо. Я сейчас подумаю. С результатом 19 баллов. Как мы там не склоняли, не считали, не пробовали изменить что-то. У нас получилось две команды победительницы. Команда «Улет» и команда «Скальп». Мозгами за первое место. Молодцы, дети! Молодцы! Дети, это вы! Команда «Скальп», хочу поблагодарить наш штаб за прекрасную организацию, объективность. Я пошел. Хозяйка этого замечательного лагеря, команда «Улет» за первое место в городском молодежном слете. Раньше дарили красные шаровары. За то, что предоставили нам такую удивительную возможность зимой отдохнуть, не сидеть дома у телевизора и на диване не лежать. Да. Мы здесь хорошо отдохнули. Спасибо вам большое. И спасибо всем ребятам и всем командам, которые здесь собрались. Огромное спасибо. Было очень интересно. Спасибо вам. Браво! Команда учителей благодарит вас за то, что вы выкинули нас от детей. Чужим детям. Спасибо. Пожалуйста. А теперь это спасибо всем. Разрешите все закончить. До встречи. Тогда мы вот это делаем. А кушать давать будут? Летом мы их сделаем. Обращаемся.